И снова здравствуйте. Сегодня у нас на обзоре Climber Gold Limited Edition 2016. Выпущен этот нож специально к Олимпийским играм летним в Бразилии, которые проходили. Тиражом 20 тысяч экземпляров. Тираж, в принципе-то, не маленький довольно-таки. Но найти сейчас в продаже за вменяемые деньги очень сложно. Ну, потому что очень удачная модель, я считаю, именно потому я и приобрел ее. Хотя уже мне пришлось переплатить. Изначально он стоил, если не ошибаюсь, около 70 евро. Или 60. Так вот, выглядит красота это. Производитель уверяет, что накладки изнутри покрыты 24-каратным золотом, 99,9 чистота. Ну, давайте посмотрим. Вытащить опять же просто так вот, видите, сразу все высыпается, но зато плюс-минус коробочка в общем и целом не такая страшная, как бывает. Да. Красивый, красивый нож. Накладки, плашки похожи на Silver Tech серебристые. То есть они, в отличие от Ruby и Sapphire, они не полностью прозрачны, а вот это вот серебро, или в данном случае золото, это часть самой плашки. То есть это внутри плашки находится. Соответственно, позолоченные детали тоже внутри самих плашек. Если эти плашки снять, то никакой позолоты больше не останется. Но я понимаю так. При этом интересно, что этот Climber, он весит на 17 грамм больше классического, стандартного. И почему? А потому что все лайнеры у него выполнены из нейзильбера. Никель-сильвер, там, не знаю, называют. В смысле, никелевое серебро. Короче, нейзильбер. Это сплав меди, цинка и серебра, насколько я понял. Вот эти вот лайнеры. За счет этого прибавка в весе. Ну вот сравним с обычным, скажем так. Ой. Так. Давайте пороняем, разгрохаем все. И вы, в принципе, можете видеть, что они не погрызены, наконец-то, в отличие от стандартных. Они гладенькие, они ровненькие, и они, эти лайнеры, более тонкие. Вы видите? Толщина их меньше. И все равно на 17 грамм он больше весит. 101 грамм весит, а классический, ну, это как бы не Climber, это компакт, как вы понимаете, классический 84 грамма Climber весит, а вот этот 101. Лезвие тут стандартное. Ну, покажу так для полноты картины. Лезвие большое, лезвие маленькое. Открывалка с отверткой, с мини-фомкой для бутылок. И открывалка. Я сейчас так порежусь. Открывалка для консервных банок. Так. В общем, ладно, закрываем ножницы. Самые такие обычные. Здесь штопор. Отверточку я видел сам уже. Почему бы производителю было не укомплектовать лимиточку-то отверткой, я не понимаю, как и многие другие лимитки.
и также иголку в булавку вот сюда вот. Была дырочка просто. Ставил я ее сам. Плюс крюк. Многофункциональный крюк, на котором оно фокусироваться не хочет. И шило. Развертка с отверстием для шитья. Ну а в плашках пинцет, вернее зубочистка и пинцет. Могли бы опять же ручку поставить в лимитированную эту серию, но почему-то зажали. Ну, такая вот интересная моделька. Ощущается приятная тяжесть, когда держишь. Вообще, я хочу сказать, что как-то он более солидно в руках ощущается, более какой-то монолитный, вот лучшее слово. Видимо, из-за вот этих вот лайнеров, не зильберовых. Я вообще думал, что они поставили такие лайнеры из-за того, что низильбер используется как основа для посеребрения, там, позолочения, что очень хорошо держатся вот эти все покрытия из драгоценных металлов. Но потом-то до меня доперло, что позолота внутри плашек, лайнеры тут ни при чем. То есть это типа как совпадение. Ну и короче, вот помимо солидности этой, вот как вот в руке он, да, прям реально маешь вещь, а лезвия, они ходят более туго, открываются более туго, чем ну, в других ножах 91 мм. Они ходят очень плавно, очень мягко, все смазано отлично, но более плотно все сбито. Конструкция. Это заметно. То есть вот усилия прилагаются более такие серьезные. Что-то есть замечательный щдудок коробочки. Вот он. Щдудок. Это чтобы вешать его, насколько я понимаю, как медаль на шею. Такой вот шнурок, причем сделан он хитро, то есть он перекручен как бы, то есть если вы вот так вот его берете и ведете, то здесь он перекручен. Зачем? А затем, чтобы когда вы его вешаете на шею, чтобы Викторинокс с двух сторон была видна надпись. Такая вот хитрая геометрия. Так, вот вешаете, чтобы вот. Вот. Карабинчик стандартный викториноксовский. Только здесь вот большая такая штука. Вешаем. Ярмо. Идем радостно. Таким вот образом. Ну все, теперь вроде все. Пока. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки или дизлайки. Подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. Пока.